под зайчик. Понятно, это ты сама сделала? Да. Здорово. Все я сама сделала. Хорошо. Много наделала всего, да? Антилопок зовут мышка, потому что он маленький. У него такой вот хребешок, вот такая шейка, вот такой зад. Его зовут Толстун, потому что он толстый. Его зовут Толстун. Ну, показывай Толстун. Потому что он толстый. А, ну, что ж, понятно. Толстун. Этого робота зовут лошадка, потому что у него ножки, вот шейка, хвостки, вот такой хребешок, вот такая спинка, вот такой животик, вот такая ножка. Ну, все? Ну да, давай, что там дальше еще? Этого робота зовут Дымковый. У него большая голова. Понятно. Его зовут Дымковый. Ну, давай дальше. Вот он тут. Такое кресло большое. Вот он сидит и смотрит. Кто же тут у нас хороший? Понятно. Хороших деток выискивает? Да. Все ясно. Так, гусеница зовут. А почему? Потому что у него шейка такая, хвостик такой, и лапки такие. Вот почему его зовут длинная шейка. Вот почему его зовут. Ну, похож на гусеницу, да? Как будто он ползет. Да, гусеница. Понятно. Что там еще у тебя припасено? Ты долго сегодня занималась, тут, да? У меня робот Джей. Джей? Да. Ух ты. Джей. А почему ты так его назвала? Ну, потому что он тяжелый. Ага. Джей. Что там еще чуть-чуть у тебя осталось? У меня есть. Что это? Это козлик. Разломался козлик. А почему он козлик, интересно? Потому что его так зовут. А, понятно. Его такое имя. Ну, ты его так назвала, да? Да. Ясно. Только у него держится слабо ножки. Убьем. Маленькая крепишка. Потому что он маленький. И еще он может прыгать и любит есть мед. Медок. Медок? Да. Любишь медок, любишь и холодок. Все? Ну, ты и так молодец. Смотри, сколько всего сделала, да? Ты старалась? Расскажи, да. Как ты старалась. Я не помню. Просто старалась, да? Да? Ну, молодец, умничка.